Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео, дорогие друзья, мы с вами разберем культовую песню группы Red Hot Chili Peppers «Californication». Это не просто культовая, знаковая и одна из самых узнаваемых песен этой группы, пожалуй, наряду с «Can't Stop», наряду с «Other Side», это, так скажем, одна из топовейших песен. Она еще и отлично подходит для обучения игры на бас-гитаре новичку среднему уровню, да и профессионалу ее играть явно будет не скучно. Практически уже классика, практически уже хрестоматийная партия, которую можно вносить в учебники по игре на бас-гитаре. Поэтому я считаю, что каждый басист, уважающий себя, должен хотя бы раз к ней прикоснуться, к этому искусству, к этой великой вещи, хотя бы разок поиграть ее, хотя бы понять. Вот. И вот этим мы сегодня, кстати, займемся на самом деле. Не будем сильно затягивать, начнем. Thank you.
меня данное произведение музыкального искусства вызывает острое чувство ностальгии по былым временам, по студенческим годам, когда я только начинал играть на басу, там первые 2 года, они самые яркие, как правило, у меня. Тогда, это год 2006-2007, миллион лет назад, сейчас уже другое время, другой мир, все изменилось, но несмотря на то, что прошло столько времени, все равно я испытал удовольствие и вернулся, как будто телепортировался в то время, во времена, когда у меня горели глаза, я учился на басу и горел по перцам, воспитывал в себе чувство вкуса, чувство звука, и эта песня замечательно подойдет для этого. И я, на самом деле, даже немножко завидую тем людям, которые никогда ее не играли, новички, которые вот возьмут бас-гитару, может быть, после моих видео, начнут играть эту песню, она, на самом деле, вызывает огромное количество эмоций, удовольствия. Тут есть все. Тут есть и картохи, и мелодия, и какая-то элементарная аккордовая техника простейшая. Здесь есть и слайды. В общем, все, что нужно для того, чтобы развиваться. В общем, рекомендую. Вот вопрос, да, что играть новичку? Пожалуйста, берите, сыграйте ее от начала до конца, выучите. После этого видео у вас будет такой шанс сыграть ее от начала до конца, как она реально на записи звучит. И тут, я вам гарантирую, ваш скилл вырастет однозначно, и другие параметры тоже. Давайте приступим. Итак, начнем с самого начала, с первого рифа, вступление плюс куплет, узнаваемейший, известнейший, все его знают. Играется он таким образом, здесь 2 аккорда, ля и фа, в общем-то такое, как сказать, грусть такая, светлая грусть навеивает эта комбинация аккордов. Здесь у нас играется, почему именно Фли играет здесь так? Потому что всего 3 человека в группе, ему необходимо заполнить пространство, необходимо играть мелодию. Это не просто так он захотел опять же выпендриться, еще чего-то. Тут на самом деле бас выполняет важную функцию, заполняет все дырки, все пространство между мелодией и вокалом. И у Фли здесь получилось максимально удачно, потому что эта партия слушается реально как единая материя, то есть неразрывная часть. Бас, продолжение мелодии идеально вписывается. Здесь важно понимать, что песня очень камерная и прозрачная, и малейшая ошибка, малейшая неточность в исполнении данного музыкального произведения ведет к тому, что у людей польется из ушей кровь, и поэтому необходимо ее исполнять точно и безошибочно. Что мы здесь играем? Значит, квинта, первый палец указательный и безымянный палец. Не попал по струне. Здесь играется 16-я триоль. Вот таким образом. С выходом мизинец, с выходом на до мизинец. И здесь очень важно сыграть резко. То есть ни в коем случае не затягивать. Не затягивать и перейти. Тут главное на самом деле перейти в до. То есть вы должны здесь очень резкое движение произвести, как бросок тигра, так практически. И перейти в до. Чтобы максимально точно исполнить данный риф, я рекомендую представлять секстоли. Это 6 нот в один удар метронома. Папуту, 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 папуту. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Поделить на 3, чтобы в голове представлять. И оставить только 4 первые ноты. Папуту, пу. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз. И сделать это максимально можно тренировать вот именно вот этот хаммер-пул. Папуту, пу. Папуту, пу. Максимально, ну, можно, если вам, у вас не получается, сразу можно поставить помедленный темп. И вот тренировать вот эту хулёсткость, тренировать резкость для того, чтобы приходить в до. Здесь очень важно прийти ровно в до. Если вы не пришли ровно в до, то нет смысла то, что вы до этого играли. Это будет бессмысленно. Поэтому здесь стоит уделить внимание еще и мизинцу. После того, как вы исполнили основной main риф этой песни, у нас идет бридж, который склеивает 2 части куплета. И здесь ничего сложного нету, играется в принципе картошки. Вот таким образом. Здесь важно играть максимально плавно. Сделать так, чтобы нотка переливалась в нотку и образовывала басовую материю, которая склеивает эту песню. Так как, опять же, повторюсь, всего 3 человека необходимо делать звук в песне. Поэтому здесь мы должны играть все это максимально плавно. Ни в коем случае не так там. То есть должна нотка не заканчивается, пока не начнется следующее. Поэтому все должно быть максимально плавно. И здесь также Фли использует вот эти те самые наши любимые слайды. То есть можно подъезжать к нотке в нотку и делать более плавное такое звучание, которое склеивает все. С помощью вот этих слайдов создается хороший басовый звук. После того, как мы сыграли куплет и бридж между первой частью куплета и второй, у нас начинается такое, так скажем, подготовка к припеву. Такая часть, когда мы играем такие вот... Опять же, здесь у нас
сохраняются аккорды, это у нас ля и аккорд фа. Мы их обыгрываем только таким способом, опять же, заполняя все максимальное пространство между аккордами и вокалом. Все по гамме, нет никаких лишних нот, никаких проходящих там, все в гамме, все в миноре. Здесь есть заполнение. Первое заполнение у нас будет таким образом играться. Со слайдом. Фли играет именно со слайдом. Можно сыграть с первой струны, но с одной стороны это будет в одной позиции, с другой стороны это не будет такого звука, как на пластинке. Поэтому мы сделаем слайд здесь. В данной части Фли не использует постоянно одни и те же заполнения. Он использует вариации для того, чтобы музыка не звучала мертворожденной, чтобы бас был активный, чтобы его не надоедало слушать. И вообще в целом песня звучала гармонично и музыкально. Чтобы не было как Ctrl-K, Ctrl-V, нарезал куски и пошел. Нет, песня... Бас подчеркивает и движение вокала, какие-то смысловые нагрузки, постоянно меняется, развивается, не просто одни и те же ноты гоняется туда-сюда. Это была первая вариация вот этого заполнения. Ну а там есть и другие также. Вот такое вот. И во втором тоже при куплете тоже будет, при, ну, вот этой части перед припевной частью, тоже будут небольшие вариации, отступления. Их тоже может быть какая-то проблема их запомнить. Но пару раз вы сыграете и, в общем-то, запомните. И рекомендую тоже со всеми вариациями играть, так как на записи, чтобы было оригинально. После того, как вы исполнили куплет, бридж между первой частью куплета и второй частью куплета, также вот этот вот припевную часть, подготовка к припеву, у нас наступает долгожданный припев. И здесь у нас играются 4 аккорда. Несложно. Здесь используются хаммеры и знаменитая вертушка Фли. Давайте сыграем. Значит, первый аккорд до. Вот таким образом Фли, интересно, с помощью хаммеров, вот этой склейки с хаммерами используют, обыгрывают эти аккорды. До, соль, ре и ля. Звучит очень прикольно. В стиле перца, в стиле Фли. И второй раз он играет... Приходит в ре, вот у нас ре, играет вот этот хаммер пул, вот такую вертушку. Данная вертушка с хаммером и пулом играется здесь неспроста. Не просто так Фли решил, так скажем, показать всем, что он крутой. Она выполняет определенную функцию. Она, опять же, склеивает, заполняет дырки, заполняет паузы. Когда заканчиваются слова, заканчивается вокал, начинается новый такт. И здесь это максимально простой способ, как раз, опять же, склеить две эти части. Без всяких наворотов можно было сыграть там... Типа что-то такого, там какой-то проход, но Фли использует простой, максимально простой способ, без лишней информационной нагруженности, максимально просто. Он не усложняет, потому что сложно, это всегда с ложью, очевидно, по-моему. И поэтому он избирает путь максимально простой, и это звучит, это максимально правильно звучит, здесь ничего не добавить. Поэтому вот этот вот, можете сами использовать в своей игре, вот как раз такие штуки, допустим, когда надо запомнить какие-то паузы, склеить какие-то части песни различные, без огромного количества информационной нагрузки, каких-то нот, каких-то пассажей, это не надо. Здесь это отлично работает. Такой минимализм. Таким образом играется первый припев, второй припев будет отличаться. Давайте разберем второй припев. Начинается он так же, как и первый. До. И приходим в ре. Мы тут приходим по-другому. Опять же, Фли разноображивает игру, использует вариации различных партий. Наработка вариаций, это вообще такое со временем приходит, не сразу, особенно новички, они не могут сразу прям разные вариации использовать в живом, так скажем, в реальном времени, каких-то одних и тех же пассажей, но с разными вариациями. И здесь Фли, опять же, чтобы музыка была живой, он использует немножко по-другому подход к ноте ре. Играет вот так. И приходит в ре. После того, как мы пришли снова в аккорд ре, опять же, возникает необходимость заполнить пространство и склеить две части. Поэтому Фли использует, опять же, вариацию на заполнение, как было в первый раз, только по-другому. Он играет такую штуку. Вот таким образом заполняет, создает какой-то звук, создает склеечку вот эту. Вот. Ее плохо слышно, но если вслушаться, то можно расслышать нечто подобное дальше. Вот. И далее мы завершаем вот этот вот припев у нас получается... Опять переходим к краю. Вот такая получается гаммообразный ход. Играется синкопа вместе с ударными инструментами. После того, как мы с вами исполнили второй припев этой песни, у нас наступает сразу же гитарное соло, знаменитое, которое играл Фручанте. Опять же, возвращаюсь к самому началу видео, опять же вспомним, что песня максимально камерная, и здесь всего 3 инструмента, здесь нет никаких клавиш, никаких подкладов, никаких синтезаторов, пэдов, эффектов и тому подобное.
Поэтому бас, опять же, здесь на бас возлагается ответственность. Ответственность в формировании большого много звука. Поэтому флис здесь играет аккордами, играет мелодию для того, чтобы, опять же, заполнять все то же пространство, которое возникает между барабанами и между соло. Потому что соло одноголосное, соло довольно такое минималистичное. Там нет много звуков, нет эффектов, по сути. Чистый звук практически. Там какая-то максимально маленькая грелочка, какая-то чуть-чуть перегруженный звук. То есть ничего нету. Поэтому басу необходимо заполнять максимально вот это пространство. Пространство звука своей игрой. Здесь у нас первый фа диез играется децима. Вот такой аккорд фа диез минор обыгрывается. Движение большим пальцем у нас. Восьмыми нотами, постоянная пульсация восьмыми нотами играется по гамме у нас мелодия. Идем в ре. Таким образом. Простая мелодия, но она здесь заполняет огромное количество места, пространства и звука, и создает микс звучания песни. Вот. После того, как мы это освоили, играем в медленном темпе, ничего сложного, просто два аккорда фа диез и ре, у нас наступает опять же такой бридж. Сначала си минор, вот такой power аккорд, арпеджио power аккорда, ре, ля и ми. Здесь ми играется открытая ми и си и ми вот здесь на четвертой и третьей струны. Фли играет именно так. Это объясняется тем, что если мы сыграем здесь, например, можно сыграть здесь, но на записи именно играется вот так. Потому что очень большое расстояние будет между, ну, скачок руки. Поэтому максимально просто и правильно флис играет здесь. Во-первых, жирнее звук становится, опять же, больше пространства заполняется. И второе, это просто меньше движения руки. Дальше, после первого бриджа, мы опять возвращаемся к нашей мелодии. То же самое играем. И второй бридж будет изменен. Второй бридж фли играет по-другому. Здесь у нас идет кульминация соло, кульминация мысли, кульминация музыкальной идеи. Фрунчанто начинает играть больше нот, и флип, он не просто там как робот играет, как он играл первый раз, да, то есть ничего не меняется. Он также чувствует эту мелодию, чувствует эту кульминацию, развитие и дополняет еще больше нот. Добавляет еще больше нот, добавляет больше звука, добавляет больше подкладки вот этой, больше жира в звучании, больше низа. И здесь он добавляет еще одну ноту, играет опять же power аккорд и опять первую ступень аккорда. Также самое, то же самое с ре. Здесь очень важно сыграть плавно. Если вы начнете играть стаккато какой-нибудь, ну, типа такого что-то отрывистое, что-то нервное, то не прозвучит, не будет вот этого массива звука, который нужен, не будет. Будут дырки, полезут дырки, не будет звучать. Чуть не забыл, здесь также еще есть и слайд. Играет он перед вторым припевом с ноты фа диез. До ноты фа диез. Классический слайд, ничего сложного. Здесь даже если вы играете на фендере, это последний лад будет. Последний лад, третья струна. Простой слайд. Вот, собственно, и все. Мы с вами разобрали все основные части этой песни, посмотрели, как они играются, собрали воедино. Разобрали, почему фли играет именно так, все логично. Песня довольно-таки несложная, вроде бы, с первого взгляда, но есть и сложности. Нужна концентрация, максимальная точность игры, песня камерная, песня прозрачная, все слышно, каждый недочет, каждая неточность, все будет максимально слышно, и база здесь выполняет, опять же, супер важную функцию, он склеивает все заполняют все дырки, всего три человека играют, нужен звук, поэтому бас здесь играет довольно, ну, с точки зрения поп-музыки много, но при этом ничего сложного технически здесь нету, и новичок до года игры может это все освоить, и я считаю, это важная вообще для обучения вещь, можно сказать, классика, которую необходимо бас-гитаристу выучить, потому что известная партия, и здесь очень много всего есть, опять же, да. То есть и аккорды, и слайды есть, и все, и картошки. И важно, необходима концентрация для того, чтобы сыграть ее от начала до конца. Не просто кусками, если вы сыграете просто вот этот риф, это ничего вам не даст. Важно именно сыграть в контексте, во всей песне, от начала до конца, с максимальной концентрацией, без единой ошибки, проверить себя. Это как музицирование, медитация музыкальная, понимаете, о чем я говорю? Вот, поэтому, опять же, оставлю я вот этот минус медишный, неплохой,
Можете под него потренироваться в группе ВК, его спокойно взять. И опять же ноты, табы оставлю. В интернете огромное количество нот на эту тему, на Californication басовых, но, как правило, точных и правильных полностью нот я не нашел. То есть все ноты необходимо править, все ноты необходимо, они неточности есть. Вот, поэтому я подредактировал, сделал ноты, опять же, такие максимально приближенные к оригиналу, как играется именно на записи, максимально точные. Тоже, опять же, в группе ВК или на моем бусте можете взять, посмотреть эти табы, именно исправленные. Вот. И, опять же, под этот минус можете сами позаписывать себя, послушать со стороны, как у вас звучит бас, как у вас получается играть ровно, неровно эту песню. Тоже будет очень супер прокачка скилла максимально. Вот вопрос, да, чем заниматься новичку, что играть, пожалуйста. Вот берете песню, год играете, там меньше года начинаете, берите, разбирайте. Огромное количество всего, то есть и техника прокачивается, и правильность звука, правильность функций баса, все понимание, правильный даже вкус хороший воспитывается. В общем, рекомендую практически классическое произведение, которое в учебнике можно, эстрадные бас-гитары можно спокойно в учебнике это Californication просто добавлять, потому что партия очень крутая. И даже сколько лет прошло с того момента, когда я ее учил, это было, я ее играл очень много, под плюс я играл, не знаю, раз миллион ее сыграл, это как раз в году 2007-м. Когда я только учился. Вот. И как сейчас как будто испил чашу этой ностальгии, насладился этой песней. И даже сейчас, спустя столько времени, когда огромное количество музыки сыграно, опыт есть, и все равно ее интересно играть, все равно она интересная песня, все равно она не скучная. Я сыграл и реально получил удовольствие, опять вернулся в то время. Фу, все, устал уже говорить, говорю. В общем, занимайтесь спокойно, учите эту песню, развивайтесь. Всем спасибо, что посмотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, лайк ставьте, там колокольчик, все как положено. На ютубе, в группу ВК заходите, пожалуйста. На сегодня все. Всем любовь, доброта. Всем пока.